Главнее всего – погода в доме. С этим утверждением, конечно, не поспоришь. Однако хочется, чтобы комфортно и уютно было не только дома, но и рядом с ним. К дню рождения города это желание осуществится у тысячи боксарцев при поддержке «Единой России». В нашем городе действует специальная программа. Новый асфальт, качели и карусели оценила наша съемочная группа. 715 квадратных метров нового асфальта, хорошие высокие бордюры со съездами, ограждение, безопасная и интересная детская площадка. Этот двор в северо-западном районе города теперь считается образцовым, а должен считаться среднестатистическим. Чтобы так выглядели все придомовые территории в Чебоксарах, еще 3 года назад начала работать программа под названием «Капитальный ремонт дворов многоквартирных жилых домов и проездов». Мы входим, значит, определяем объекты комплексно. Если входим, то делаем, значит, устанавливаем детскую площадку, делаем ремонт проезжей части дорог, тротуаров и, соответственно, устанавливаем, значит, евроконтейнера и строительство гостевой парковки для жильцов. Гарантия на все установленные и построенные объекты существует. Она, значит, определена в муниципальных контрактах. Это 4 года. Площадки, дороги, бордюры. Эти, казалось бы, простые преобразования обходятся бюджету в десятки миллионов рублей. Ремонт ведется постепенно. Где-то уже все готово, где-то процесс только начинается. Тем не менее, планируется, что в 2013-м в Чебоксарах преобразятся 139 дворов. Появится 54 парковки и 84 детские площадки. Сегодня здесь принято решение с жителями вот этого дома по ремонту дороги, по ремонту подъездных путей подъездом, ну и замена бордюра. Начали ремонтироваться здесь неделю назад. Строители обещают, что ко дню города здесь полностью будет приведен порядок. О том, что решение принимается жильцами, представители партии говорят не просто так. Действительно, кто, кроме жителей дома, знает лучше, что необходимо сделать в первую очередь и чего не хватает для комфортной жизни? Сегодня мы формируем план на 2014 год. И нам необходимо выявить предложение территорий, сформировать план. Сформировать предложения для в рамках, конечно, имеющихся возможностей. И в этой работе участвуют все районы города. Впрочем, у такого благого дела есть обратная сторона. Когда на дорогах исчезают ямы, у водителей появляется желание полихачить. Мой жизненный опыт, как человека, как эксперта в сфере безопасности, подсказывает, что скорость движения по этому двору неминуемо увеличится. И если в этом дворе проживают какие-то, может быть, молодые и неразумные водители, которые любят, ну, кровь горячая, передвигаться на большой скорости, жильцам этого дома очень важно провести с ними какую-то разъяснительную работу, объяснить, что так ездить по двору нельзя. Здесь есть детская площадка, здесь есть дети. О ремонте дворов позаботятся народные избранники. Главное, чтобы жители города вели себя в них как люди разумные. Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов, Республика.